Друзья, всем привет! Приехали мы на рыбалку, стоим в очереди на спуск. Там колоночек, какая-то терка. Сейчас туда не едем, потому что боимся, что там не развернемся. Здесь еще можно развернуться. Сейчас подождем маленько. Ну все, что мы на льду, отъехали 1,5 километра. Денис, улыбнись. Доброе утро. Народ, толпа машин ушла куда-то на середину. Ну, мы пока тут на точке встали. Пока ничего. 3,5 метра. Пока здесь полазим. Сейчас рассветет. Начнется, когда подходы. О, трещит. Ледок. Друзья, ну вот. Народ собрался. Это все те, кто далеко не поехал пока. Толпа вон дальше. О, сжиматься начали. Это Денис. Сидим, ничего не ловим. Ну, как обычно, что? Мы только приехали. Только рассвело. Машин много. Столько же, наверное, машин ушло. Наверное, еще в 2 раза больше. Сейчас люди начнут рассасываться, находить свою рыбу. Ты красавчик вообще! Всем доброе утро! Короче, время 10 час, блин, пока что-то прокопался на заправке, пока то да сё. Уже сейчас подъехал, мужики уже все поехали. Короче, был 2 раза на рыбалке. С Костей был. Сейчас ставлю это, выберу что-нибудь там. Ну, там камера по-дурацки висела, что-то как-то. И особо снимать нечего было. Сейчас ставлю, покажу. Вот. 2-й раз я был с Денисом. Тоже съездили, половили. Ну, такой мелкий, сейчас тоже покажу моменты. И все. Пока еду, короче, до места, посмотрите. Все, друзья, погнал. Так, друзья, ну вот, вы посмотрели. Да, он, короче, поехал на точку. Встретил с парнями. Поговорил, говорит, вчера мы здесь половили. Подходов было много. Говорит, прокатались вчера и толку не было. Говорит, смысла нет кататься. Ну, короче, пока тормознулся здесь недалече. Вот. Погода теплая, но снег сегодня 3,6-3,9 и к вечеру 7-12 будет метров. Заехал в этот в базу на Писарева 60. Кантоху рыжего, кто знает, фишермен. Короче, вот, взял у него удочку. Не знаю, как называется он. Короче, длина 60, ну, жесткая палочка. Кольца побольше. Вот. Сейчас. Вот так. Нормально. Ой, блядь. Ну, не знаю, коротковато нет, ну. Не, нормально. 65 можно взять. Это 60 длина. Угу. Короче. Ну, у меня. Почти 7 метров, ну что-то это, подходов нет. Мужики сидят на почти 6. У них подходы есть. Сейчас буду перебуриваться. Там дальше пятак, полянка 5-метровая. Сейчас к ней подъеду. Попробую. Ну вот такая хмарь. Горизонт есть, народ. Так, одиночки. Там, под берегом сидят народ. Ну, разбросано. Снегоходов не видно. Переехал на 4,5 метра. Сразу судачка поймал. Мелкий вообще там. Прозрачный, блин. Пробурил чуть поглубже. Подход был жирный-жирный. И все. И ушел он куда-то. И отошел. Не вернулся.
покрутился, малюха. Блин, без рукавицы жестко. Пойду рукавичку одену. Кстати, поставил датчик температуры. Думал, что греется, короче. Вот такой у меня датчик сейчас нормальный. Прям четко едешь, хоть теперь понимание есть. А то думал, что грелся. О, блядь. Куда без поджопников, нахуй? Ну, ну, друзья. Второй горбач. Ну, сантиметров, наверное, ну, около 20. Ну, взлетел здорово. Ну, понятно, что мелкий был. Пока крупного нет. Глубина 4 метра. Да. Пешеходы подтянулись. 4 человека. Блин, ну мелкий здесь. Тут, походу, крупного и нету. Ну, хотя там был жирный подход. Прям нормальный такой. Ну, блин, постоял. Ну, что не взял-то? Придавил бы так конкретно с треском. Ну, короче, друзья, ну, пока удочка нравится. Ну, хоть и не так сильно обмерзает. О, кольца побольше просто. Прям нормально. Не жестенькая такая. Ну, надо порыбачить еще. Она покажет себе. Ручка вот чуть-чуть коротковата. Я бы вот сантиметра на 4 бы, на 3 бы ее подлиннее была бы. Ну, привыкнешь, короче. Съездил кроме на ТО. Здесь убряка не убрал мне. Протянули, все протянуто, нормально. Поставил датчик. Кстати, что еще? А, подключил реле. Там реле было. Оно в комплекте с двигателем, с замком зажигания шло. Чтобы ручки забываю отключать. Вон подход, друзья. Ручки забываю отключать. И уже два раза садил аккумулятор. О, сейчас удар будет. Ну. Вот, блядь. Вот такой прям стукнул нормально. Ну. И чё, и куда ушел? Блин. Блин. Хорошо подошел так. Не тоненький. И все, поставил. Сейчас зажигание выключаешь, ручки отключаются, короче. Сами, автоматом. Ну и все, и фару приподнял маленько. А то она занижена была. Ну а так, в целом, все нормально. Ну вот оборот еще маленько плавает, не знаю. Я не умею регулировать, там надо... Короче, о, еще подход, друзья. О, блин, чуть не уехал отсюда. Идет, 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 идет. Давай, 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 давай. Давай, давай, давай. Ну, ну. Сейчас. Ну. Ты смотри-ка, что. Давай, разворачивайся. Развернулся, стоит. Блин, полоса жирная. Эх, падла. Уж уходит. Уходит. Блин, чё, чё. Блин. Все правильно делал. Народ тянется на собаках. Ага, все. Парканулись. Ладно, сейчас посмотрим. Друзья, ну а это-то уже зачет. Как он гулял-то за ней вообще? Шустро. Шустро гулял. Это уже хороший. Так. Поднимается. Нет, не стал. Ну-ка. Пониже чуть-чуть. Ну. Шевельнулся. Смотрит. Жирная полоска, друзья. Блядь, даже не шевелится. Фу.
Ну, давайте. Хочу якорек еще постучать якорьком. Чуть-чуть приподнялся и все. Вот вроде на подъем пошел. Маленько. Ну, стесняющийся. Стесняется подниматься, друзья. Жесть. Все. Куда-то исчез. Просто отвалился. Отошел. Просто отошел. Друзья. Опять. Ну уже. Блин. Ударил жестко. Что у меня кацанги жесть. Чтоб не повредить его. Ударил жестко, но мелкий. Что ты там не развернешься сам, что ли? Фига, у него задней скорости нету. Так, вот ему помочь. С кацангами-то поудачнее, раз и все, и вытащил. Не повреждая. Там что-то вообще. Такие дуги начались. Взлетит. Давай, давай, поднимайся, поднимайся. Это пожарная полоска. Пошел. В сторону отъехал, нафига. Идет, 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 идет. Хочет подниматься. Народ тоже не ловит. Так, двигается. О, летит, летит, летит. Блин. Взлетает, чуть шевельнешь, бах, уходит. Это, блин, похоже на ерша, но жирновато полосочка для ерша. Давай на паузе. Мышит чуть-чуть. Что-то, что-то, что-то. Зеленок не хватает подняться. Или жирный просто. О. Нет. Блин, якорек хочу себе попробовать. Якорьком постучать. Не, ну вот сейчас пошел что-то. Вот раз и вниз. Вот так вот как-то там выеживается, короче. И уже всякую игру ему нагнушить и подышать. Порезче, помягче. Не хочет. Но крутится. Пришли трики, потом же обратно идти. Ну, хотя ветер в спину будет, по большому счету. Попробовал якорек, подходы были какие-то непонятные. Ну, он еще опять летит. Ну-ка. Ну ты подкинул, сучок. Подкинул мелкий. Ну,
мелкий, друзья, не мелкий. Хороший. Ух ты, какой мелкий-то. Это зачет, друзья. Это зачет. Это зачетный судачок. Тихо ты, блядь. Аккуратненько раз. Сумочек. Опс. А я думал, мелкий. Полоска тонкая была. Короче, вон еще один. Короче, якорек. На якорек подходит, но балансир нет вообще. Вот. Но якорек у меня маленький. А большие у меня в летней сумке рыболовные. Я их на лето брал. Пробовал. Ну вот, так и забыл их достать. Там они побольше. Я порезался, блядь. Заколебал судак этот. Так, что у нас там? Движухи есть, нет? Нормально, я думал, мелкий. Пуржит, пурганит. Ну, уехал оттуда я. Что-то мелкий стал подходить, подходить, брать не берет. Поехал я куда хотел утром. Вот осталось 1,5 километра. Смотрю, тут интересное местечко по карте. Еще снежек стоит недалеко. Ну, они, по-моему, со мной на базе разгружались как раз. Сейчас покачаю минут 10. Поеду до определенного места. Попробую там. Ну оттуда уже в сторону дома буду двигаться. Каким-нибудь по точкам как-нибудь вилять там, не знаю. Так что вот. Вечером посмотрю. Я этот спидометр включил. Посмотрю. Сколько? Ну, максимально тут не разгонишься, это трамплины. Он же жесткий, как бы. Так-то у него дури-то хватает, но взлетать неохота. Вот. Ну, там где-то уже смотрел, где-то 30 с лишним разгонялся. Ну, так-то я и 48 разгонял его. Ну, а так нормально в снегоходе, тут вваливай да вваливай. Он что, он-то не чувствует. Ну, подходов нет, уже раз 15-20 качнул. Угу. Тут семерочка. Вообще даже шевелешки нет. Ну, поеду дальше сейчас. Блин, уже под тот берег съездил на точке, все пролазил. Блин, какая-то непонятная шняга подходит, тонкая, стоит, крутится. Глубина 4, там 3 метра сразу. Я якорек и все. Ну, может окунь, может бель какая, может ерши. Здесь вот опустил сразу, бам-бам, что-то закрутилось, завертелось. Время такое еще, 2 часа, около 2. Вот он, что-то шевелится возле дна, непонятка. Сейчас пролажу здесь, посмотрю вдоль пупа. Потом поеду, где утром рыбачил. Там, наверное, и заканчивать буду. Там хоть нет-нет, доклевало, да подходы были. А здесь вообще столько уже прокатал. Блин. Пуржит. Пуржит. О-о-о-о. Подъем, подъем, друзья. Но. Давай. Это жирный. Блин. Ну, рыба-то есть, кстати. Интересно. Там-то что-то вообще и жирные подходы. Сейчас побурю здесь еще. Тут сразу резко глубина. Тут подъем. Сейчас посмотрю здесь. Вокруг никого не видать. Мужичок был, хотел подъехать к нему спросить. Но он так метрах в 300-400 был. Только собрался, смотрю, поехал. Я думаю, блин, ладно. Все. Там где-то ехал-ехал, пробурился. Думаю, ну метр 4 там. Бах, это метр подо льдом, короче. Еще больше бы в миляк бы точно влетел. Короче,
Так-то тепло, ветер просто, руки намокают от снега и мерзнуть начинает. Так-то кайфово. Я не знаю, сколько там, по-моему, вот он остывал, там минус 3 показывал по датчику. Ладно, сейчас порыбачим еще. Короче, набурил 4 лунки, ну там 4,5, 5 лун тут. Тут 6,5, везде подходы лютые, прям подходит, все, блин, не берет. Я даже не понимаю, что за рыба. Хоть бы там, блин, стуканул бы разочек, чтобы понимание, что это судак, так можно было ждать, время 2:10. Блин, камеру все забываю взять, ёшкин свет. Ловили здесь судака, точка-то рабочая. Погода еще такая, буранит капец. Берегов не видно. Вот так. Очертания. Блин. Я уже думал, может чертика загнать туда. Чертика. Черта загнать туда. Короче, обедать буду. Пообедаю спокойненько. Термос даже так вот ходит. Шикарно. Кофр, конечно, или как он там, рундук вообще четкий. Здесь все, друзья. Все и много. Это кто? Ага. Еще кто-то лежит. А, это черный демон. Блин, кстати, надо попробовать его. Поставлю. Чего про него забываю. Это маленький, ну ладно. Ой. Сейчас пообедаю спокойненько, пока рыбка подсоберется. Вот так вот промотался и с утра вот полавливал. Надо было там и остаться. Мужички правильно говорят, что бегать-то, говорит. Мы вчера, говорит, прокатались. Немерено. Говорит, на одном месте половили. И они сегодня с утра как раз сюда и приехали. Но они по одному поймали, я подходил. А я 4. Ну и 3 отпустил мелких. То есть, ну как бы у меня хорошо было. Народ пособрал с маленчик, потом разъехался. Я отъехал в сторонку туда-сюда. Ну и короче, понесло меня кататься. Сейчас посижу здесь. 3:10. Нет, поеду потом отсюда. Может, что начнется. Хлеб какой хрустящий. Падла, сухой. Вчера вспышка была в 3 и в 5-6, короче, вот так вот у мужиков. Посмотрим, короче. Мужикам рыбу отдал. Они там по одному поймали. Ну, о. Подход. Ну, 5 судаков хороших. Хорошие судачки у меня прям крупные. Ну, это, конечно, за день не очень. Ух ты, подброс, друзья. Поклевочка была. Вернется? Вернется. Возвращается. Долго я стоял. Вот он. Ну, вот, друзья, это... Это вот такой. Ну, ему здесь декомпрессию пройдет, он 4 метра. Ну, хоть ударил, это ладно. Не так, что постоял, покрутился. Ну, не знаю, может побыть. Постоять, парни-то домой же поехали. Я что-то не знаю, может побыть еще маленечко. Какой-нибудь просто интересно, будет выход, нет. Вот что самое главное. Или сейчас начался выход. Но если это выход, то я испанский летчик. Да, какой судак, такая поклевка. Опять. Ну, такими. Короче, то снег, то чисто, снега нету, то есть видно берега. Сейчас опять вот запружило.
Да блин, это утром открывал на заправке и канистры, короче, резинка туда упала вовнутрь. Я думаю, что бензином воняет, не могу понять, короче. Канистра-то новая, что второй раз только заливаем ее. Да она мокрая вся. Я открываю, а там резинки тю-тю. Она внутри лежит. Я пакет затянул. На газойле брал, так что не берите эти канистры на газойле. Беспонтовые. Все, друзья, закончил рыбалку. Один остался, скучно, уже неинтересно. Все, удочка новая, доволен. Шикарная, работает. Ну, ручка чуть-чуть коротковата, вот говорю, 3 сантиметра бы и прям четко было. Ну ничего, нормально. Как бы. Вот, кольца прям нормально. Ну, застывает, но они побольше, не такие уж прям совсем критичные. То есть. Никак на той мне вообще. Все, складываюсь, поехал я домой. Снег сыпет, подходов нету. Ничего нету. Денег нету. Все, собирать. Ну вот такие рыбалки, конечно, расстраивают всегда. Хотелось почаще, помощнее чего-нибудь. Ну, все равно. Так, все здесь собрал. С этим бензином, блин, канистра дурацкая. Все, сейчас упакуюсь, короче, и до дома. Все, друзья, всем счастливо, всем пока, всем натянутых лесок. С вами был канал Рыбалка в Сибири.